И всем привет, с вами Александр Сучков. И сегодня мы будем играть опять с ВП, опять на нашем сервере, так как что? В общем, да, мы играем в CS 1.6. И вообще, что дальше? Сейчас будем тащить, думаю, да. Нашего уже слили, да. Довольно-таки это... Ну, что-то я попасть не могу, блин, в хедшот-то. Одного не в хедшот убил, уже все. Грустно. Должны быть постоянные хедшоты, понимаете? Постоянные хедшоты. Побежали, бежим. Давайте, мы сможем, мы тащеры, давайте. Мы все сможем. Все, остальные не важно. Самое опасное это. Нет. Самое опасное это щитоносец. Потому что его хрена еще убьешь. Так, ладно. Ну и чё? Так, что мы возьмем? Опять... давайте со скаута затащим. Кстати, ребят, давайте. Я давно не тащил со скаута. Надеюсь, это то же самое, что тащить с АВП. Так что давайте попробуем. Кстати, смотри, как я бегаю-то. Не то, что с АВП. Как так? Так, ну чё? Так. Ладно. Так. Чё? Окей. Кто-то что-то стреляет, кто-то что-то делает. Охрененно. Калаш. Пришло время для калаша. Это значит, что я буду тащить. Ну или просто сольюсь. Как в прошлом видеоролике. Но этого, наверное, не будет. Так. Опа! Минус один. Минус 3, наверное, не сделаю. Как так? Со скаута в хедшот, да вы что? С одного выстрелил-то. Ладно, сделал, все нормально. Сам прикол то, что мы тащим и тащим. Они вообще не тащат. Хотя я и сам бы один не затащил. Потому что они... Ну, видно то, что они нубы. Потому что играть не умеют вообще. Честно говорю вам, ребят. Били. То есть вообще они играть не умеют. Так. Пришло время для этого оружия. Так. Пришло время его использовать. Давненько я его не использовал. Если честно, я даже не помню, как он называется. Хотя я только что его закупил. Мне не до оружия сейчас. Есть! Я не ожидал, что я затащу, но я затащил. Еще один хедшот. Там кто-то есть, я видел. Кто такой? Я тебя тоже заубивал. Вы кто такие? Я вас убивал. Остался, давай. Я минус, мать его, 4 сделал. Охренеть. Ладно. Давайте этот дробовик возьмем. Блин, извиняюсь, не тот пистолет. Во! Сейчас подтащить. Давайте возьмем. Вот этот. Так. Давай. Опа! Мы с
запасной сервачок. Еб твою мать, блядь. Это будет охренительно. Давай-ка! Я не застрелил, грубе! О, застрелил! Хоть одного убил, это ладно. Харл, смотрите, всех тащит со скаута. Что за скаут? Убиваешь-то всех, эй! Что делаешь-то? Со скаута всех мочишь, ты что, читер, что ли? Вообще молодец, надо за ним понаблюдать. Кстати, да. Мне не нравится. Так. Как он играет вообще? О, он даже никого. Все, мы сейчас сольем. Неужели мы сольем? Да, мы слили. Мы в первый раз в этом видеоролике мы слили, да. Так, значит, что, берем вот эту штуку. Давайте берем вот эту штуку. Сейчас попытаюсь вытащить. А, у меня есть. Да, сейчас побегу с UCP. Вот так вот побегу вообще. Эй-ей-ей. Что там? Да, у меня граната. А, мест. Слепо! Чё? Ненавижу. Тварь, он тварь. Серьезный тварь. Я этого пацана с щитом ненавижу вообще. Он покупает щит, он покупает дигл и тащит. Больше сказать мне нечего, ребят. Так, окей. Ладно. Так. О, уже разминируют. Да ладно, серьезно, они уже разминируют. Да ладно. Серьезно? Да ладно, они разминировали бомбу. Ладно, где там мой старый, ну, конечно, не старый, но точно добрый, АВП, да. АВП же это он? Или оно? АВП, оно. АВП же это не она? Да, уже это оно. Ок! Вообще слов нет, честно. Как он меня слил-то так? Реально, конечно, он сливает всех. Залагал опять игру. Ну и чё? Ну и чё? Ёбана, давай! Чё? Чё бегаешь с бомбой-то, блядь? Чё? У тебя чё, патрон нету, что ли? Один на один, давай. Ты смогёшь. Или не смогёшь. Нет, не смогёшь. Да, мы уже слили что-то офигенно. Раз. Что-то сливаем, сливаем. Надо райфл брать, значит. Сам прикол то, что это последний раунд, ребят. В этом раунде мы попробуем ПСВП затащить. И надеюсь, у нас все получится. То, что я задумал. А! Нет! Нет, убивай меня! Все. Одного убил. Второго нет! Не убил! Убил! Че у вас там дела как? Там дым кто-то кинул. Ёб твою мать, чё здесь? Оп! Где? Когда? Когда? В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока!